Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я решила вам показать, как я делаю грунт для цитрусовых и своих экзотических растений. Вот здесь у меня насыпан универсальный грунт, но самый обыкновенный беру. Да, вот видите, комочки попадаются. Не очень какой-то попался мешок, поэтому я вот это все, что лишнее, все это убираю. Добавляю сюда грунт Классман 876. Какого-то вот рецепта прям грунта, сколько частей того, сколько частей этого у меня вот нет. Потому что нужно учитывать разные расположения окон, например. Вот у меня окна северо-восточные, то есть у меня очень мало солнца, 2 часа в день. После обеда, и то это в солнечные дни. А так как сейчас зима, то, естественно, грунт должен быть легкий, потому что он просто не будет успевать просыхать, и корни будут загнивать. И, соответственно, я в начале своего пути, так сказать, тоже много растений потеряла из-за грунта. Поэтому, если у вас, конечно, солнечная сторона, то грунт у вас будет больше земли, меньше торфа. Биогумус добавляю. То же самое обыкновенный вот наш самарский. Да. Угу. Мне он очень нравится. Очень такой хороший. Тоже все делаю на глаз. Потому что... Ну, уже рука набита, в принципе. Добавляю почвоулучшитель диатомит. Добавляю цеолит. Посмотрите, тоже на просторах интернета нашла, где его взять. Это наполнитель кошачьего туалета. Купила на Wildberries. Недорого совсем. Конечно, дешевле, чем... В магазине покупать цеолит в пакетах. То есть тоже вот такой. Когда у меня была личуза, добавляла еще и личузу. Ну, это уже, конечно, так, блажь. Вот у меня смокот. В последнее время я стала пользоваться Organic Mix. И... Ну вот просто доиспользую его, прям вот чуть-чуть. И я отказываюсь от него, просто уж, ну, купила, использую, доиспользую. Вот такой получается грунт, ну, тут я уже смотрю. Если это молоденькие растения, то, конечно, я добавлю еще торфа, чтобы более был легким он. Если это растение, которое уже 2, 3, 4, 5 лет, соответственно, грунт будет, больше в нем будет земли простой. Не простой, вот этой, универсальный. Вот. Последнее время я пользуюсь вот таким Organic Mix, эликсир для лимонов и цитрусовых. Ну, я, в принципе, все поливаю. И экзотические растения. Мне очень нравится. 1 миллилитр на литр разводится. Можно брызгать. Но брызгать я один раз побрызгала, как-то пахнет не очень. Поэтому брызгать я перестала. Брызгаю другими. Эликсир для цветов. Ну, у меня мало цветов. Так. И вот еще чем я пользуюсь. Это серия Экодачник. Оздоровитель почвы, живое удобрение, защита от болезней. То есть я их применяю, в холодильнике держу, я их применяю раз в 2 недели. Один, потом, допустим, удобрение, оздоровитель почвы. То есть это вот все бактериальные болезни, грибные болезни. Очень замечательно. Я уже 2-й год пользуюсь. И мне очень нравится. Вот эти вот тоже BioHelp
и Мика Хелп. Вот манго поливаю. Такие растения, которые, подвержены очень часто разными заболеваниями. Вот такими я пользуюсь. Вот Organic Mix, кстати, я всегда заказываю осенью. В ноябре у них очень большая скидка, 40%. И это, конечно, очень выгодно. Я покупаю не только для дома, но и для сада своего, для дачи. Вот поэтому у меня вот такая получилась земля. Очень воздушный грунт. Вот такой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!